Друзья, приветствую вас еще раз. Сегодня мы уже сняли другой дом. Очень долго приветствовать. Я не буду делать вступление. Вы можете предыдущее видео посмотреть. Но опять-таки с вами Юлия Руфлорида. Привет. И ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Сейчас мы проехали во второй дом, Open House. Также дом находится в городе, который называется Доктор Филлипс. Я напомню, кто не смотрел, если предыдущее видео, это очень-очень фешенебельный город, к сожалению, не дешевый, здесь очень дорогая земля, здесь дорогие дома. Находится город на юго-западе от центра Орландо, если вы посмотрите по карте, Юля, ты можешь тоже сделать отметку на карте. Город знаменит своими магазинами, плазами, ресторанами, барами, ночной жизнью, дневной жизнью. Опять-таки здесь несколько городских парков доступны для публики, в принципе, для любой публики. В этих парках есть свои пирсы для, не свои, а вот опять-таки публичные пирсы для лодок. Если у кого-то есть лодка, но нет выхода собственного к воде, пожалуйста, вы можете с этих парков заходить в воду, заходить, заплывать в воду. И здесь неподалеку находится самая большая цепь озер, Lake Butler, Chain of Lakes, где соединены между собой каналами 13 озер, и можно провести вот досуг буквально в течение всего дня, плавая между озерами. Опять-таки, я говорила в прошлом доме, очень сложно здесь найти дома до миллиона. Комьюнити достаточно старые. Если вы хотите дома поновее, это будет уже от 1,5 миллионов, выше 2, 2,5, 3. И там креативу уже, да, можно не останавливаться, да. То есть дома, которые построены чуть-чуть тоже в этом же городе, но построены ближе к югу этого города, уже в сторону Дисней, там уже дома, да, там 2014, 15, 17, 20 и 21, 22 годов постройки, но они уже такие как бы богатые большие дома с открытой планировкой. Опять-таки мы находимся в старой части этого города, здесь замечательные школы, я уже говорила в предыдущем видео, магазины Whole Foods, Trader Joe, очень вкусненькие ресторанчики на любой вкус, и здесь даже есть несколько ресторанов, где не разрешают с детьми, и дресс-код, надо красиво одеться, на каблучках, мужчины тоже в пиджачках должны, да, только как бы у них, они пускают вот в таком дресс-коде, очень интересно. Но также есть и вкусные, хорошие рестораны, где вы можете зайти с семьей. Давайте я вам расскажу сейчас по дому, мне этот дом очень нравится, очень понравился по описанию, по картинкам. Кстати, вы обратите внимание, на крыше солнечные панели, это Tesla панели, и они уже выкуплены. То есть это очень хорошо, когда они выкуплены. О, да. Плохо, и я не советую своим покупателям. Очень много домов продается с панелями, которые идут или финансирование кредит, или в лиз. Ну, это очень сложно потом их выкупать. Не советую. Но если панели уже выкуплены, то есть вы уже владеете ими, и вы будете владеть этими панелями, это очень хорошо. Это большая экономия на электричестве. Да, и они достаточно дорогие. Это Tesla панели, кстати. Они любители, вот, правда, у них Mustang. Мне очень нравится эта машина. Mustang, но у них вот Tesla зарядка, да, сделана. Знаете, гараж на две машины, но мы увидим попозже, они из гаража сделали кинотеатр, да, комнату кинотеатра. То есть гараж, он не функциональный как гараж, они сделали там отдельную комнату, закрыли его. Цена дома 700 тысяч, только что буквально вышел на рынок пару дней назад.
2506 квадратных фит, в переводе на метраж 233 квадратных метра, в доме 4 спальни и 2 полных санузла и 2 половинки. Это очень здорово, да. Что у нас? Кстати, очень большой участок, 0,34 акра. Ого. В Доктор Филлипсе. Это здорово. И есть бассейн. Кстати, ассоциация HUA всего $13 в месяц, но у них нет комьюнити бассейна, что нам в принципе не нужно, потому что есть свой собственный бассейн. Давайте пройдем, посмотрим. Пойдемте посмотрим. Дом одноэтажный. Крыша достаточно молодая. Я сейчас не могу вспомнить, по-моему, 2015 года. То есть у нее еще достаточно долгая жизнь. Двойные двери тоже. Видишь, в прошлом доме тоже были двойные двери широкие. Да. Итак, я вернулась. Yeah, no worries. Здесь мы зашли, очень высокий потолок. Да, потолок высокий. We speak in Russian. Очень высокий потолок. Да, очень-очень. Здесь сразу у нас при входе столовая. Вот у них столовая. Такой аквариум. Террариум, аквариум, да. Там никого нет. Никто, по-моему, не живет. Да. Ну, посмотри, здесь вот. Такое вот это террариум. Интересное место, да? Очень красиво, как колодец. А я припоминаю, где мы такое видели. В таунхаусе, да, помнишь? Да. Да, вот так вот можно у тоже красиво обыграть. Да, которые купили в таунхаус. И рыбки туда, я не знаю. Слушай, это очень интересно, да? Мне кажется, это очень такое красиво. Редкое решение. Причем, видишь, стеклянные двери, они выходят со всех комнат сторон. Сюда. Да. Очень и красиво очень обыграно. Угу. Смотри, чем они... Отделали, двери? Да, такая отделка. Просто дерево. Вы здесь очень артистичный хозяин. Ну, это сразу видно. Вот тоже барн-дор, да, вот это вот самое. Вот это тоже, видишь? Угу. Просто оно сделано вообще вручную, очень красиво, круто смотрится. Да. Пол деревянный хороший. Да. Но он здесь не везде такой будет. Сейчас мы посмотрим. Да, вот плиточка есть. Вот это гостиная. Кстати, потолок низковатый. Да, вот это минус, что потолок низковатый. Да, потолок здесь. Ну, в той гостиной он очень высокий. А это, кстати, получается две гостиных здесь. Да, получается так. Смотри, здесь есть камин настоящий. Представляешь? Вот так-то. Да, и вот в этой гостиной получается... Низковат потолок. Да. Кухня. Да, кухня. Кстати, вот здесь уже, хотя тоже потолок невысокий, но... Но повыше. Кухонные кабинеты уже хорошего размера, да. Да, здесь потолок повыше. Техника новая, вот я вижу, кстати. Кстати, поверхность здесь не гранитная, это пластик. Вот это бы неплохо было заменить. Да, это можно, я согласна. Ну, здесь кухня побольше получается. Здесь побольше, да. Конечно. И здесь вот можно, вот в принципе, остров. Или остров бы поставить, да? Или вот они сделали такую барную стоечку. Стоечка такая. Ну, тоже как остров. Она двигается, он сказал, ее можно, по идее, как-то подвинуть. Ну, применив силу. Мы это не будем сейчас испытывать. Кстати, вот здесь мне нравится очень светлая... Такой уголок светлый, да? То есть достаточно приятно посуду мыть. Кстати, в том доме, ну, в стену. Моешь посуду и плачешь. Но там тоже, есть окошко, кстати, я заметила. Оно Но есть. Он сбоку, да. Да. А здесь вот прям, видишь, уголок такой. Да, уголочек. Угу. Приятный, согласна. Интересно, что вот это такое? Это что, тоже мы, да? Интересно. Расскажите, может, вы знаете, подписчики наши. Я спрошу у риэлтора. Ага. Да. Чудо-прибор какой-то. Слушай, это, наверное, какой-то фильтр для воды. Видишь, здесь вода. Вот. Вода. Я так поняла. Я такого не видела пока. Фильтра. Интересно, да. Большой холодильник вмещается. А что это такие двери? Я думала, это... Куда это? А-а-а. Пантри. Шкафчик, да. Представляешь? Шкафчик такой. Давайте пройдем сейчас в это помещение, которое должно быть гаражом. Да. Но здесь темно. Здесь темно. Так что я думаю, я надеюсь, Юля, у тебя не видно, будет видно. Видно. Посмотри, какой здесь кинотеатр они сделали. Ух ты, посмотрите-ка. Влезет 6 друзей.
У них очень современное оборудование для кинотеатра, видишь, вот угу. прям за вот этой стеклянной стеной. Да. Ну, экран любители, большой. Любители, игровые приставки. То есть вот это помещение раньше было гаражом для двух машин. И правильно? Они сделали, провели кондиционирование сюда. Ну да, конечно. Обычно в гаражах. Слушай, нет это того. Очень классное угу. решение. Не всем нужен гараж. Очень интересно. Дополнительная комната так, получилась. Здесь у нас что получается? Здесь, наверное. Здесь водонагреватель как будто бы, да, или что это? О, такое? Боже мой. Что-то такое интересное. А, нет, водонагреватель сзади стоит, вот этого синего. А это что интересно? Может быть, что? Я боюсь предположить. Так, давайте мы сейчас посмотрим, и я спрошу у риэлтора уже, и в конце вам скажу, что это такое. Здесь половинка санузла и постирочная. Неожиданно, постирочная. Так, шкафчики. Санузел получается для кинотеатра. Ага. Ну и вообще гостевой. Гостевой. Так. Милый такой, с окошком. Да, интересно. Как все интересно, мне удобно, нравится, вообще знаешь, интересный, да? Мне нравится, он необычный очень. Угу, это точно. Опять-таки вот этот выход. Да, со всех террариумов. Гостиная большая, ты посмотри, да? Единственный вот минус здесь, потолки невысокие, угу. а так гостиная большая, вот развернуться, угу. есть куда. Так, пойдем найдем спальные комнаты. Да. And bedrooms all that way? Uh-huh. What is that? It looks like water heater, but it's not like okay. light blue. It's, blue one. It's a filtering for the tanks, for the saltwater tanks. Yeah, all that will go when they remove the... That will be gone, yeah? Yeah. Ah, okay. The hot water heater is Yes, yeah, that I saw, but I couldn't understand what is that. For the fish tanks. Yes. Ah, for the fish tanks. Вот это вот голубой резервуар, это фильтрация для рыб, для аквариума. Кстати, да, там аквариум с соленой водой. Да, кстати, аквариум, да, и это специальная фильтрация, но это не будет продаваться с Да, дома. Они это забирают, конечно. Они это забирают, mm-hmm. они любители не только кино посмотреть, но и рыбок. Здесь, так, это половинка. Здесь еще половинка санузла. Mm-hmm. Комната. Вот, кстати, да, тоже небольшая комната. Небольшие они всегда, но да. Она, да, но она, вот эти комнаты побольше, чем в предыдущем mm-hmm. доме. Здесь они сделали офис. Да, кстати, чуть, здесь кстати, больше, пол, согласна. Пол другой, вот это ламинат, там дерево, да. это ламинат. Хороший ламинат. Они по цвету угу. подобрали, хотя да, бы да, нет да. вот этой вот такой разницы, да? Сильно, да. Но вот да, это хороший, мне нравится. Так, здесь полный санузел. Так, здесь две раковины. Тут они тоже кое-что заменили, кое-что нет. Мне кажется, это оригинальное вообще-то. И этот санузел получается угу. на две комнаты. Вот так. Да, еще а может быть, даже и на три. Унитаз тех времен. Маленький. Да, здесь угу. нужно, конечно, делать ремонт. Можно опять-таки, что-то. Но можно ехать и жить. Ехать и жить можно, да. Можно, опять-таки, да. видишь, низкие и шкафчики. Шкафчики пониже, да, согласна. Да. Угу. Так, здесь нужно тоже гардеробная. Так, здесь у них конечно, такой склад. Конечно, старые дома так интересно, можно ага. заблудиться в коридорах. Не говори, мы зашли и уже немножко заблудились. Так, как в этой комнате мы... А, еще не были. Не были. Вот так. Это очень маленькая комната. Очень. Угу. Это похоже, я бы сказала, вот на офис, да, можно было бы уже сделать? Ну, с комнатами таких размеров можно делать из каждого Ну, либо офиса. Вот пока ребенок маленький, вот, да. Но здесь... Вот я не знаю, если станет, ну, скорее всего, станет queen кровать. Угу. Так, проходим, это хозяйская Мастер. Спальня. Ага. Ух ты, как у них придумали, одежда висит. Посмотри, как. Ой, интересно. Да, гардеробную решили так сделать. Получается, нет гардеробной комнаты. И они вот решили так все сделать. Ну, как выход. Да, потолок тоже здесь Низковатый, да. Сам по себе мастер-то хорошего размера. Санузел. Так, санузел. Опа, так, здесь душевая только есть. Ну, душевая хорошая, но ванной комнаты нет. Здесь уже повыше, видишь, они... это не оригинальные. Кабинет, да, не оригинальные, уже повыше. Угу.
Интересные дизайнерские такие вообще решения. А вот смотри, что это такое. Это часы такие электронные. Здесь выход бассейна из спальни, но мы выйдем С другой стороны. С гостиной. Вот здесь барбекю можно увидеть. Угу. Ну все. В доме нужно подработать кое-что даже. Да. Достаточно. Ну все, таки 83-го года. Мне очень нравится. Помещение очень красивое. Высокий такой потолок. Очень-очень. Can we get out? Легко открываются двери, кстати, что большая редкость. Не говори. О, мне нравится, как пол сделан. Смотри, это дерево и камешки. Натуральное дерево. А на потолке солома. Такое тропическое ощущение. Да, да, солома. Есть такое дело. Очень большая веранда крытая, посмотри. Здесь можно стол поставить. Смотри. Душ есть. Да, можно стол вот здесь поставить, согласна. Кстати, бассейн летнюю в хорошем кухню. Состоянии, чистенький. А, смотри, какой чистый. Ни ржавчины, ничего нет, да. Да, чистенький мне кажется, бассейн. Они его вот прям сделали недавно, как будто бы обновили. И огромный-огромный участок. У них даже там, по-моему, огород. Вау. Участок, правда, большой. Тоже лампочки повесили, очень... Оригинально так вот украли, интересно. Скрин, мне нравится, очень что нравится есть. Мне участок. Да. Большой участок. А земля, как я говорила, в этом районе очень дорогая. Да-да-да. Поэтому он и подороже. У него есть бассейн и большой участок. Здесь бассейн и квадратура больше. Угу. Честно говоря, если... Так, сколько здесь у нас получается? $278 за квадратный фут. Да. А тот дом был, по-моему, 310, то есть тот даже за подороже за квадратный фут, а здесь уже с бассейном. Вот то есть у нас, в принципе, дома, когда мы даже делаем сравнительный анализ рынка, мы больше смотрим на цену за квадрат, чем на цену дома, потому что дом может быть 3000 квадратных фит, да, например, значит, и цена будет выше. То есть мы в основном обращаем риэлторы и апрейзеры тоже, оценщики от банка обращают на цену за квадратный фут. Получается, этот дом даже, ну, дешевле. Да. Ну, правда, больше. Сарайчик стоит в углу. Да, смотри, еще можно кого-то поселить. Провинившегося кого-то туда сослать, если что. Вот так, смотри, они дерево украсили. Слушай, ну тут есть фантазии разгуляться, если что. Да. Тут много чего можно Очень сделать красивый еще. Двор. Кто любит сад, заниматься садом, вот у них что-то, да? Здесь росло, видимо. Что-то росло, и они решили больше ничего не грядка, выращивать. Грядка, то есть есть даже, да. Можно что-то выращивать. Да, крышу видно, что она новая. Такая. Да, 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 в хорошем состоянии. Симпатичная. И вот эти отводы, да, от воды, мне кажется, тоже. Водостоки есть, водостоки, да, это тоже хорошо. А ты не знаешь, у них бассейн подогревается? А, вот это, знаешь, вот это интересная скажу, часть. Я тебе даже скажу. Ты пока показывай. Ага. Потому что вот это часто спа, вот эта часть может быть подогреваемой. Да, есть, есть подогреваемый. О, классно. Это, извините меня, если делать дополнительно, это 5000, да, где-то стоит. Да, придется ремонтировать эту дверь. Все. Это заедает. Все, закрыли. Ну, дворик очень хороший. Здесь да. можно проводить очень много Приятный. Времени. Мне нравится, когда есть шторки навес. Шторки опускаются. Точно. Точно, точно. Ну, такой вот домик мы вам показали. Backyard is amazing. Isn't it nice? Yeah, really? It's amazing. And do you know if the pool is salted water or salted water? And it's got a heater and cooler. Yeah, that and cooler and even. Cooler. Wow. Здесь не только подогреваемый, еще и охлаждаемый бассейн. Вот когда так-то. Слишком жарко летом, да, его можно охладить. Обалдеть. И вода в бассейне соленая. Ух ты. Класс.
классно. This is really nice. Well, thank you so much. Thank you. Appreciate. Yeah, appreciate. You let us see. Me too. А вот сюда мы еще не заглянули, да? Просто такая гардеробная тоже удобно. Приходим. Так. Ну все. Мы выходим для прощального словца. Ну что, ты знаешь, мне понравился дом. Ну что ж, друзья, мы просмотрели два дома на Open House, это день открытых дверей. Вот меня вот этот дом оставил такой очень положительный, какой-то эмоции положительные. Интересный дом, да, он старый, в каких-то комнатах низковатые потолки, но очень нравится размер заднего участка и бассейн, вообще вся эта зона очень-очень классная, красивая, и понравилось все, кроме низкого потолка. Ага, особенно интересное решение, вот этот террариум, да? Или как террариум это, очень как это красиво, называется? Да, мне тоже очень понравилось. Вот такие идеи иногда полезно видеть, и если у кого-то, опять-таки у ребят, которых мы снимали в таунхаусе, мы долго думали, что можно сделать, вот, пожалуйста, можно сделать такой тропический уголок. Согласна. Ну что ж, мы на этой ноте с вами прощаемся. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До следующих встреч. Пока. Пока-пока.